В республике построено 6 тысяч километров волоконно-оптической линии, начиная с 2012 года. Сейчас она охватывает 68% населения, то есть подключено 90 населенных пунктов. Сегодня ВОЛС протягивают за счет частных инвестиций. В конце года начнется работа по строительству оптической линии связи в Сунтарском Улусе со стороны Мирнинского района. Тем не менее, по подсчетам Минсвязи, около 500 населенных пунктов останутся вне досягаемости ВОЛС. Для этого министерство намерено развивать сотрудничество с японской стороной. Мы начали работать иностранными партнерами. Вот поэтому мы говорим, первый откликнулся это японская компания. Я пока не могу озвучить ее фирму эту, но мы ведем переговоры и вполне возможно, что мы на следующий год будем выходить на определенные результаты, которые сразу скажутся на тарифах спутниковой связи.